Готовы? Пожмите руки. Я на суде совсем по-другому. Время. Бокс. Больше уклона, больше тех. Не забывайте все, что учили. Уклоны, сосепы. Хорошо. Хорошо, вот так, на нож. Молодцы оба. Вот это вот. Молодцы, отлично. Не кидайся, стоп. Стоп. Удивлю. Во-первых, мы сейчас, это тренировочные бои. Кидаться не надо. Понял? Тратишь энергию, подлетаешь, удар, сам себе коротишь. Не надо. Бокс, ну этого хорошо работает. Хорошо, хорошо. Там работать не стоит. Не жди. Повернись к нему и так. Вот так. Только они уже полную силу работают. Молодцы, ребятки, отлично. Бокс. Только начинают, а уже что-то показывают. Долго замахиваться, а так хорошая идея. Как раз, когда он левый идет. Хорошо, молодцы, умнички оба. Красиво. Во! Аккуратнее. А вот и не смотри на меня! Стоп! Отдыхаешь? Отдыхаешь в ринге. Минуту, брейк. Смотри. Молодец там. И там тоже хорошо. Хорошо, что увидел. Ты чересчур боком поворачиваешь. Тебе тяжело смотреть, но ты не хочешь. Понял? Ты чересчур боком. Рэй, то же самое. Все хорошо у тебя. Не замахивайся, бей отсюда, как ты работаешь. Понял? Даже если ты очень хочешь ударить. Отсюда, не отсюда. Понял? И руки не опускай. Сейчас отдыхай. Отдыхай. Готовы? Боксеры готовы? Ты все брал на уклон. Пожмите руки сначала. Бокс. Ну и работай второй, чего ты видишь? Вот так. Хорошо, не кидайся. Стоп. Отлично. Не кидайся. Если ты работал, работал, работал. Второй руку включай. Ты тоже сам. Бокс. Навстречу. Не забывайте. Живот. Свинги не забывайте. Руки, стоп. Разойдитесь. Рэй, все хорошо, опять. Ты уже против? Знаешь, что это? Нет. Бокс. Я сейчас просто бежал. Хорошо, второй рукой уже. Включай ее, что ты ее не включаешь? Стоп. Стоп. Так, намалился. Шлем не подвинулся. Бокс. Вперед. Стоп. Стоп. Вот смотри. Тормозни время. Сейчас все хорошо пошел. Как только начал кидаться, ну, выхода нет, он просто бьет и попадает. Правильно? А начал хорошо. Если не кидался, держался на ногах, руки держал. Бокс. Давай там работай тоже. Стоп. Стоп. Еще раз. Не кидайтесь. На ногах. Как только ты подходишь на ногах, ты можешь спокойно работать. Начинаешь кидаться, все, начинается бороться. Бокс. 5 секунд. Последний раз. Не важно, кусай. Последняя атака кого-нибудь. Все. Время. Стоп. Отдыхать. Раз, два, вроде по. Раз, раз, два, все. Где? Все? Где? Что с тобой? Где твои плечи, которые ты кидаешь?
Ты все забыл. Работайте, бокс. Все, что вы знаете. Стоп. Бороться не надо. Бороться очень опасно кидаться, если будет правильный соперник. Бокс. Еще раз. Дистанция. Всегда дистанция. Хорошо, работай не одной рукой. Включай две. Стоп. Молодцы. Оба. Включай вторую. Отработал одной, сразу вторая. Ты то же самое, подготовка. Тоже. Раз, два, три. У вас есть. Бокс. Стоп. В борьбе, когда ты его словил, держишь и ударил, удар не считается. Мало того, с себя снимут очко за то, что ты его удерживал. Бокс. Встречает, вот он работает. Встречает. Там хорошо сейчас. Там защиту держишь хорошо, но встречает. Хорошо, не только там. Стоп! Борьба опять пошла. Я знаю, это автомат. Дзюдо дает знать. Бокс. Вот. Смотри. Вот такие. Не на меня, а на него. Опасные вещи выпускать. Стоп. Хорошо. Все правильно? Иди сюда. Вот так. Молодец сейчас. Столкнулся, поднял руки, типа. Хорошо. Бокс. Время осталось. Стоп. Отдыхайте. Так, став. Я думаю, на сегодня хватает. Андрей, блин. Отдыхаешь, поработаешь 2 минуты с Андреем. Отдыхай. Сколько прошло? 30 секунд. Осталось? Да. Хорошо. Амирчик, мэр не приехал, тебя не повезло. Ну, на кубке Акку уже побоксируешь. Бой 2 минуты. Это уже чемпионат Израиля. 2 минуты. 30. Что? Минута 30 прошла. Хорошо. Ты готов? Пожмите руки. Пожмите руки, разойдитесь. Все, работаем то же самое. Не бороться, не кидаться. Покажите бокс. Бокс. Молодец, Андрей. Вот что значит на нож. Спокойно, легко. Слышите? Потом раунд и все. Отлично.
Все хорошо, только работай быстрее. Ты видишь, как не хватает скорости? Между первым и вторым чуть-чуть тянешь, в этот момент он попадает. Ты то же самое. Медленно. Все нормально, но медленно. У тебя супер, комбинации, все. В живой встретил сразу в голову, понял? И мало того, когда ты делаешь сайстеп, ты делаешь его с ударом. Если ты просто двинулся не до конца, он тебе в этот момент попадает, понимаешь? Если ты его из-за меня здесь двинулся, я тебе сюда и воткну. Но если ты зашел с ударом, то я хотя бы как-то должен прикрыться. И в этот момент ты можешь, зайдя сюда, работать отсюда. Понял? Ну, с ударом. Пожали руку. Последний раунд, минутный. Это на технику. Чемпионский раунд называется. Минута? Минута. Бокс. Атаковал не стой, не забывай. Или продолжаешь атаку, или разрываешь дистанцию. На твой звук. Молодцы. Ножка. Стоп. Что такое? Сопли. Все. Потекли сопли. Иди мойся.